Меня зовут Станислав Касьянов, я из Днепра, живу в городе Днепр. Меня в компанию Incruzus пригласили мои друзья, с которыми мы уже 10 лет были знакомы, вместе путешествовали. И когда это Диана и Геннадий Борщенко, когда я от них услышал, я воспринял очень позитивную информацию. Мне захотелось, мне всегда приятно с ними путешествовать. Но у меня были большие сомнения по поводу той возможности. И я где-то 2 недели думал над этим, насколько это реально, мне показалось это фантастически. До того, как прийти в Incruzus, я был частным предпринимателем, которым и остаюсь, у меня свой бизнес, магазины. Ну и был опыт сетевого маркетинга, у меня были компании по продуктам по здоровью, финансовые услуги, страховка. Но это все не приносило мне такого удовольствия и денег, как вот сейчас приносит Incruzus. В компании Incruzus мне больше всего нравится то, что я наконец-то занимаюсь любимым делом. Я очень люблю путешествовать, общаюсь с людьми, мне это тоже очень нравится. И круг общения мой все время расширяется, все больше людей с разных стран. И за это мне еще платят деньги с каждым месяцем больше и больше, хотя я делаю одну и ту же работу, которую делал в начале. Моя жизнь поменялась в том плане, что я получил больше свободы, потому что, имея бизнес, я на каком-то этапе понял, что бизнес, я зависим от него, и бизнес имеет меня. То здесь я получил и финансовую свободу, и развитие, и улучшил свое здоровье, потому что меньше стрессов. Я все время нахожусь в состоянии счастья. А люди, которые думают, что это финансовая пирамида, которые сомневаются, я рекомендую просто разобраться и понять, что такое финансовая пирамида, потому что у любого предмета есть какие-то признаки. У финансовой пирамиды тоже есть признаки. И она определена в Соединенных Штатах, там есть четкие границы. Что есть финансовая пирамида, что нету. Если кто-то говорит просто так, ну, он, значит, не разобрался. Потому что если говорить на квадрат круг, тут нет логики. Должна быть логика во всем.